Продолжаем встречать утро пятницы, друзья. Мы не успели, к сожалению, уже не переодеться, как это планировалось. Мы старались, но было бы странно выйти в эфир на полпути. Переодевание. У нас по этому поводу Лена Божидай здесь уже готова к зарядке. Лена, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Сегодня я расскажу, так как мы часто используем фитбол в своих зарядках, я расскажу, как правильно подобрать фитбол для себя и покажу несколько упражнений с его использованием для ягодиц. Для того, чтобы понять, подходит ли вам фитбол, нужно на него сесть и проверить, какой у нас угол между голенью и бедром. Если он 90-100 градусов, то фитбол вам подходит. Если меньше, значит он мал. Но не в каждом магазине нам разрешают развернуть фитбол, надуть, проверить, какой угол. Поэтому мы будем ориентироваться еще и на рост. Запомнить очень просто. Если рост от 150 до 160, то диаметр фитбола 55. От 160 до 170, то 65 и так далее. Вот мы уже выбрали нужный нам фитбол. И переходим к упражнениям. Ставим стопы на ширине плеч, опускаем кисти на фитбол, выравниваем спину. Левую ногу можно немного согнуть, правая прямая наверх. Делаем выдох и вдох опускаем вниз. Выдох, вдох. Спина максимально стабильная. Делаем 30 раз на одну сторону и 30 раз на вторую. Обязательно для этого упражнения фитбол? Фитбол, он усложняет, то есть больше мышц у нас задействуется за счет того, что это нестабильная опора. Как и каждый поэтому сложнее, участник зарядки этим утром, да. Опускаем правую ногу на фитбол, левая нога на полу, вес у нас на левой ноге. И мы начинаем отводить таз назад. Делаем вдох и выдох, поднимаемся, сжимаем ягодицу. Вдох и выдох наверх. Уводим фитбол назад, носок на фитбол и опускаемся. Вдох, выдох. Тоже прорабатывается у нас ягодица и бедро. Вдох, выдох. Следующее упражнение – ягодичный мостик. Мы опускаемся на фитбол. Здесь можно усложнить, опустить гантели на бедра. Уходим вперед и поднимаем ягодицы. Вниз, поднимаем наверх, опускаем вниз. Выдох наверху, вдох и выдох наверху. Следующее упражнение. Мы опустимся вниз и сделаем ягодичный мостик, а стопами от боли. Мы выравниваемся сразу в одну линию, отрываем ягодицы, они у нас уже напряжены, и переводим стопы на фитбол, ягодицы выталкиваем. Выдох. Ой, это уже, наверное, и вдох. Максимально пресс задействован. Да, мне кажется, здесь и пресс тоже работает. Довольно сложно удержаться, но если вы попробуете, то думаю, что у вас все получится. Уже от того, что можно на несколько секунд задержаться наверху. Тяжело смотреть на эту зарядку. Спасибо большое, Лена. Леночка, ну что ж, мы продолжаем.